Есть множество эффективных народных рецептов, которые помогают в лечении и профилактике различных суставных заболеваний. Сегодня мы поговорим об одуванчике и лавровом листе и действенных средствах на их основе. О полезных свойствах лаврового листа и его влиянии на здоровье человека известно еще с давних времен. Данная приправа способна очищать наш организм не только от паразитов, но и от излишней жидкости, шлаков, токсинов и отложений солей, которые часто образовываются на суставах. Лаврушка снимает отеки и воспаление, устраняет боли и борется с развитием артритов и остеопороза. Для приготовления целебного напитка 30 лавровых листиков заливаем 700 мл воды, ставим на огонь и кипятим в течение 5 минут. После этого отвар оставляем настаиваться примерно на 3-4 часа. Готовое средство процеживаем и принимаем полученный объем в течение дня небольшими порциями. Курс подобной терапии 3 дня, после чего необходимо сделать перерыв на 21 день. Одуванчик. Это растение является не просто бесполезным сорняком, оно также способно помочь поддержать наше здоровье. Одуванчик является хондропротектором, он способствует восстановлению костной и хрящевой тканей, устраняет боли, подавляет развитие воспалений и продлевает молодость и подвижность суставов. Одну столовую ложку измельченного свежего корня одуванчика заливаем 1 литром кипятка, закрываем крышкой и настаиваем в течение 3 часов. Полученный напиток процеживаем и принимаем по 1 столовой ложке 2 раза в день за 30 минут до еды. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.